прокуроры проверили дошкольные организации и выявили грубейшее нарушение прав детей посредством растраты бюджетных средств, а также несоблюдение санитарных норм и противопожарных правил. В Айыртаувском районе в дошкольном учреждении выявили факт хищения бюджетных средств на сумму 11,2 миллионов тенге. Районным надзорным органом начато досудебное расследование по статье 189 Уголовного кодекса. В детских садах Акаинского и Тайшинского районов, вопреки требованиям закона по госзаказу, оплачивались услуги за детей, которые фактически отсутствовали без уважительных причин. В результате из бюджета необоснованно выплатили средства в размере 17 миллионов тенге. Практически во всех детских садах области сотрудники надзорного органа выявили системные нарушения требований действующего законодательства в области противопожарной и санитарной безопасности. По актам прокурорского надзора 11 должностных лиц привлекли к дисциплинарной и 32 к административной ответственности. Возместили бюджетные средства на сумму 17 миллионов тенге. Нарушения устранили. Всего с начала года прокуроры по линии несовершеннолетних защитили права 15 тысяч детей. К различным видам ответственности привлекли свыше 300 должностных лиц.